Детское радио представляет. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Дело номер 41. Крокодиловая кожа. Крокодиловая кожа, крокодиловая кожа. Стрелка Семеновна, вы не промокли? Как раз успела добежать, и тут дождь начался. Но, Шерлок Симофорыч, там на станции что-то странное происходит. Ну, то есть мне непонятное. Для вас-то, может, это загадка на одну ириску? Расскажите поподробнее, Стрелка Семеновна. Иду я по платформе, знаете ли, задумалась о своем, но краем глаза все примечаю. На второй путь как раз товарный состав прибыл. Иду я себе, и вдруг что-то у меня перед глазами блеснуло. Перед глазами? Не совсем, а так как бы вдалеке, как раз возле вагонов. Пригляделась, ничего особенного, иду дальше, и опять блеснуло. Вот именно! И еще раз. Как раз дождь собирался, потемнело, и в этой темноте я отчетливо эти вспышки увидела. Может, молния? Хотя грозы нет, просто дождик. Нет, вспышки были прямо на платформе, в тени вагонов. Признаться, я забеспокоилась. Вдруг это мне что-то с глазами? Но вот, смотрите, это лежало там. Кто-то там был и сверкал. Какой занятный брелок. Филин из мягкой розовой шерсти. Крючком связан. Вы уверены? На 100%. Я ведь и сама вязать умею. Что еще можете сказать об этой улике? Такая вязка называется крокодиловая кожа. Видите, у филина этого перышки словно чешуйки. Одно на другое заходит. Связан совсем недавно, ворсинки еще не обтрепались. И вот еще что. Что-что? Говорите. Вязали брелок двое. Вот эти рядочки крупными ровными петлями связаны, а дальше... Петли мелкие и кривые, все разные. И что из этого следует? Очевидно. Первые рядочки бабушка вязала. Она видит плохо, оттого петли крупные, но ровные, уверенные, работа профессионала. А дальше вязал ребенок. Я и подумала, таинственные вспышки, филин, для вас это может дело на одну ириску, а я вот... Ребенок? Скорее, Стрелка Семеновна, тут не до ирисок, нужно поторопиться. Железнодорожный детектив или приключения сыщика Симофорыча. Необходимо немедленно повторно осмотреть место происшествия. Где, вы говорите, обнаружили эту вязаную птичку? Как хорошо, что товарный состав еще стоит на месте. Легко вспомнить. Вот между этими вагонами филин и лежал. Ну, то есть на платформе. Тут, где один вагон заканчивается и начинается другой. Очень плохо, что это случилось именно здесь. Почему же? Посмотрите внимательно. На втором пути стоит товарный состав. Давно стоит. И долго еще стоять будет. Вот именно, Стрелка Семеновна. А на четвертый путь постоянно прибывают электрички. То есть вы хотите сказать, что те, кто потерял этот брелок, поленились дойти до специально оборудованного перехода на другую платформу, а решили сократить путь и пролезть между вагонами товарного состава или даже под вагонами? Я очень боюсь, что так и случилось. А ведь этого делать категорически нельзя. Ни в коем случае. Товарный состав может в любую минуту тронуться, и тогда беды не миновать. Давайте скорее пойдем вдоль поезда и будем фонариками светить. Кстати, вы не догадались, что за вспышки я видела? Это же элементарно. У тех, кто потерял брелок, на одежде были светоотражающие нашивки. Ну, хоть как-то они о своей безопасности позаботились. Это ведь очень важно, чтобы в темноте всегда было видно пешехода. Но на железнодорожные пути и с нашивками выходить ни в коем случае нельзя. Здесь они не помогут. Машинист поезда свернуть не сможет, даже если увидит их. Ой, смотрите, висит! Еще один филин? Синенький. Висит на вагоне. Висит невысоко. Так, розовый и синий. Стало быть, хозяева их мальчик и девочка.
Даже с большой долей вероятности могу назвать их фамилию. Филины. А почему второй брелок висит? Подозреваю, что ребята не полезли между вагонами. Вы их спугнули. Ух, прекрасно. Все-таки опоздали на свою электричку и решили забраться на крышу вагона? Доехать на товарном? Нельзя терять ни минуты. Дать объявление. Мальчик и девочка по фамилии Филины немедленно... Тихо. Нельзя их испугать. Удерут. Идем дальше вдоль состава. Я включу фонарик. Вот, опять вспышка. Видели? Это они на вагон лезут. Перехватим их. Надо успеть, пока на крышу не взобрались. Стой, кто идет! То есть я хотела сказать, слезай, кто лезет. Слезайте, в общем, слезайте. Вот если бы тронулся поезд, а ну, как бы вы попадали с крыши? Да мы бы не попадали. И доехали бы. А то бабушка волнуется, а телефон разрядился. Мы ловкие. Там наверху много всяких штук. Есть за что ухватиться. Что? Ухватиться? Раз вы рассмотрели всякие, как вы говорите, штуки на крыше вагона, не могли не заметить, что над железнодорожным полотном тянутся электрические провода. Напряжение там примерно в 100 раз выше, чем в домашней розетке. Представляете себе? С розетками шутки плохи, а тут в 100 раз опаснее. Даже если не касаться таких проводов, ток от них может идти и по воздуху. Так что просто находиться рядом с ними опасно для жизни. Ток такой сильный? Прям вот по воздуху идет? Мы не знали. Мы больше так не будем. Ой, наша электричка. Как раз успеете спокойно по переходу дойти. Доедете, как полагается, в вагоне со всеми удобствами. Кстати, в вагоне можно зарядить мобильный телефон и написать вашей бабушке-рукодельнице, чтоб не волновалась. Ох, ну и переволновалась я, Шерлок Семафорович. Ну где это видано? На вагон лезть! Ох, переволновалась. Сердце так и выпрыгивает. Как подумаешь, что с этими ребятами могло случиться, как теперь успокоиться? Может, вам связать что-нибудь? Вязать? А что? Это мысль. Свяжу что-нибудь методом крокодиловая кожа. Вязание успокаивает нервы. И хотите ириску? Железнодорожный детектив или приключения сыщика Семафорыча. Продолжение следует...